Это необычное место называется Хамеус дель Агуа, уникальное место на планете, где природа и человек решили объединиться. Все, что вы увидите в этом видео, расположено в пещере, а точнее, это огромный вулканический туннель, который образовался в результате извержения вулкана Ла Корона на острове Лансароте. Извержение происходило около 5000 лет назад. Об этой пещере я уже делала видеорепортаж. Хамеус дель Агуа – это нижний участок пещеры. Своды вулканической трубы здесь частично были разрушены. И именно эта часть подверглась вмешательству архитекторам Цезарем Манрике. Цезарь смог создать в пещере настоящий центр искусства, культуры и туризма. Наверное, нет на острове Лансароте ни одного человека, который бы не слышал, кто такой Цезарь Манрике. Внутри пещеры находится естественное озеро с морской водой, в котором обитает более десятка эндемичных видов. Одно из чудо природы, которое обитает в этом озере, слепой краб альбинос. Кстати, строго запрещено бросать монеты в озеро. Пещерный комплекс Хамеус дель Агуа состоит из нескольких зон. Место, где расположено озеро, называют туннелем Атлантиды. В пещере проводятся частные встречи, торжества, можно провести здесь закрытые мероприятия, а также свадьбу. Не хотели бы отгулять свадьбу в вулканической трубе? Заманчиво, не правда ли? Во время посещения можно пообедать в ресторане или слегка перекусить в кафе. Вечерами, когда Хамеус закрыто, здесь работает ресторан. В среднем стоимость ужина обойдется в 30-40 евро на человека. По субботам после 19:00 здесь проходят вечеринки с участием диджеев и музыкантов. А еще здесь в Хамеус дель Агуа находится настоящий подземный концертный зал. Лавовые стены туннеля передают зрителям потрясающую акустику. Цезарь Манрике превратил и преобразовал обрушение вулканической трубы в уникальное пространство на планете. Посмотреть на его проекты приезжали многие известные архитекторы со всего мира. В
концертном зале регулярно проходят концерты и музыкальные фестивали с участием известных исполнителей. Концертный зал вмещает 600 человек. Проект «Хамеус дель Агуа» Цезарь начал создавать в 1965 году и завершил его в 1987. Сейчас это самое посещаемое место на острове Лансароте. Цезаря Манрике, к сожалению, уже нет среди нас, но его проекты до сих пор удивляют огромное количество путешественников.